В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в подъезде жилого дома, расположенного на Ангарской улице, задержали 28-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. При личном досмотре у задержанной было обнаружено и изъято 118 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой 200 граммов. Согласно результатам исследований, изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Как было установлено, взяв наркотик в условленном месте, злоумышленница должна была разместить закладки в различных районах Северного округа. Однако ей не удалось довести свой преступный умысел до конца, так как она была задержана оперативниками. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.